Здравствуйте, уважаемые садоводы. Хоть и Сибирь, у всех практически в садах, ну или у большинства из вас, есть розы. Красивые цветы, радующие глаз и идущие в качестве, так сказать, букета к любому подарку. Ну, эти растения необходимо подготавливать к зиме. Каким образом это делается? Значит, это делается... Первое, мы отрезаем такие вот маленькие бутончики, все, которые есть, вот, для того, чтобы у нас стебель сам готовился к зиме. Не рекомендуется отрезать для, значит, букетов цветы, розы, именно осенью. Опять же, с той же целью, стебель не успеет в полном объеме подготовиться к зиме. Поэтому... Вот эти большие бутоны я оставлю, а вот эти вот мелкие все я порежу. Вот. И также буду резать не распустившиеся бутоны, которые обнаружу на своих розовых кустах. Значит, это первый момент. Обрезая розу с длинным стеблем, мы провоцируем, наоборот, ее развитие. А это не надо. Сейчас середина сентября. Тепло, хорошо, это аномальная погода для наших мест. Ну, а завтра может и резко температура пойти в минус. И, соответственно, мы не будем иметь подготовленную розу к зиме. Значит, это второй момент. Значит, а второй момент заключается вот в чем. Значит, нужно обработать медисодержащими препаратами имеющиеся растения, кусты розы. Для чего? Это очень просто. Для уничтожения грибковых заболеваний на вашем растении. Вот. Пришли в магазин, поинтересовались, что есть, прочитали, по инструкции развели и все. Третий момент. Это обязательно подкормить фосфорно-калийным удобрением под корень растения. Ну и у меня, так как почва она закислена, я буду еще добавлять доломитовой муки. Это для раскисления почвы. Когда станет попрохладнее, вот, и у нас уже листочки на розе будут опадать, ствол, значит, можно побелить. Да не можно, а нужно побелить. Это уже для того, чтобы уничтожить всяких вредителей, насекомых, которые у нас любят жить на коре деревьев. Ну а к весне, соответственно, когда появится горячее весеннее солнышко, если побелка сделана нормально, то, соответственно, оно защитит растение от солнечного ожога. Раскисление почвы. Ну и еще, опять же, когда станет попрохладней, может быть, когда начнутся даже первые заморозки ночные, под корень розы я насыплю песка сантиметров 10. Некоторые сыпят перегной, но я насыплю песок по той простой причине, что через песок снег быстрее уйдет в землю и не будет задерживаться вокруг корневой системы, потому что у нас роза, как правило, и обычно выпрямляет. Ну, укрывать розу я не укрываю. Вот такая, какая она и есть, такая она, значит, и останется, не пригнутая, не укрытая. Вырезать тоже по осени не вырезаю. Вырезаю по весне. Тогда, когда уже вижу, что осталось, что не осталось в строю. И готова к дальнейшей эксплуатации. Вот и все, пожалуй, уважаемые садоводы. Берегите свои растения, любите свои растения. Давайте встречаться, давайте общаться на просторах интернета. Канал YouTube «Урожайные грядки РФ Донна Роза». А, сердце старого солдата.